Лайфхак, ребята, где носить маску? На рукаве. Ну, это я если езжу в трамвае, в транспорте, надо маска, чтобы всегда была с собой, я так на руку ее. Сумки не искать, она не помятая, как и задницы, то есть сразу одеваешь и едешь. Хочу передать тебе рыбу от Оли с Приморска. Special for you, из рыбного рынка. Спасибо, что с ней произошло, с Оля этой рыбой за время. На спасибо, Оля, с Приморского рынка. Я бы нас запаковала такие. С пивом. Вот, что-то такое, вот такое. Я понял, это как-то... Ну, я его тримала в холодильнику. Воно. Дякую, Леся, спасибо, Оле. Мне тебе привет передавали все. Я сказала, вы рыбу передавайте. И она передала. Я понял. Это она торгует на рынке? Да, и коли я эту рыбу, я в ней... Она мне по голосу познала. Вот. Чтобы мне же было... Ты была такая неузнаваемая, что тебя только по голосу можно было... Я же в очках по голосу познала. Я кажу... Я потім вернулась спитати, як там транспорт ходить, вона. А вони вже всі продавці дивилися Золушку. О, нас спектакль. Тобой. Так, і підписалися. Да. На мой канал. Я понял. Спасибо, Олеся, большое. Передала. Оля, привет. Спасибо. Оля ж дивиться канал, значить все. Риба передана. Добре. Спасибо большое. Вам новенко на прова, нормеки від жова, не нас не стала пале, а літернар нуля спетір танцюєті. Вам це коло, в'йола, думаю, що й та он поют. В'йола, це кондо. Salda come una torre, da terra fino al tetto. Надо держать, надо. Всегда быстрее, чем раньше. All'atto e matrimoni hai fatto. La sua c'era la nonna, lo zio Bonzo, che non ci generà di sua presenza. E cugini e cugine, vegliate agli ascendenti, e di collaterali un due dozzine. Quando la discendente provederanno, sai, vostra grazia è la bella butterfly. Vostra grazia, поклонись ему. Да. Ваше, это самое? Грация, che bella butterfly. Ваше высочество. Высочество, конечно. Так. Il contadino fa. Oh,
и вату. Так, у Бора все пошел, принес. Ага, у на Una ghirlanda di fiori freschi, una stella dai raggi d'oro, e per nulla 600 yen, che vostra grazia mi comanda in un assortimento. Vostra grazia, sì, che vostra grazia, mm-hmm. Da. Adesso. Да, понятно, но тем не менее, чтобы она у тебя все вместе было. Так, хорошо. Эх, он тут, альбома дель пендио, я не зимену, скама, твои вейки, подъяме, соне грузио. Ну так скажусь, а вот когда с оркестром не схожусь, и с хором. А с хором тебе вообще не надо. Но да, мы должны закончить вместе там. Империал комит. И конжунти. Я выше, да, спел что-то? Да. Презента твое любимое место? Эн презенте даль ми кадо сва падре поли дмито сва паде аубедито. Покажи, да? Завтра, ребята, поехал в театр, думал, что на 11 репетиция, у меня на 2, с 2 до 3. Вот позвонила вот эта вот сестра хозяина, что помните, мама жила. В соседнем доме ограбили бабушку, сидит она на 5 этаже, 2 полицейские машины. Сидит на улице, на 5 этаже, на балконе с разбитой, перевязанной головой. У нас вот в соседнем доме на Планетной, не знаю, то ли 5 дом, то ли 1 дом. Вот, хочу, она говорит, позвони маме, чтобы никому не открывала, потому что говорит, сейчас вот ходят по квартирам, а так бьют по голове стариков и выманивают всю жизнь. Ефремовы дали 8 год. Ну и правильно, я считаю, что по делам. Если признал сразу свою вину, вот тот цирк бы не устраивал, с той джигурдой придуренной. Это вообще недоразумение вселенского масштаба для меня. Джигурда это просто, фу, не хочется обсуждать, мне противно от него. Если бы Джигурда там свой цирк не устраивал, вот эти лжесвидетельства, понимаете? Вот поэтому и дал суд 8 лет. А могли бы больше ему херакнуть. А если бы вел себя нормально, то может меньше получить. Может как-то смягчились бы. А устроил цирк, до свидания. Все-таки какой шикарный дом, ребятки. Вот этот, как он мне нравится. Красивый. Но я мог в этом жить. В этом нет, квартира была дорогая. Она больше, конечно, была тоже двухкомнатная. И вид вообще мне не нравится. Тут вот мне нравится. Классно. У нас репетиция по мистеру Иксу. Опять начинаются. Ой, мне было так скучно. Я не взял эти ноты. Какие? Здравствуйте, сударыня. Да. Это в этом нет. Этого нет. Да. Перепутали. Это перепутали. Ну это подожди. Боженька. Дело в том, чтобы были аплодисменты. Больничные закрыли. Помните. Должны все вспомнить. Мы только репетировали, что вы должны, как это сказать, она уже среди ночи. Она уже я сегодня встал дома. И танец, и все, блин, вообще. Да я понимаю, я никогда ничего не помню, пока меня не я выхожу на мизансцену, и я уже не помню, куда мне, куда выйти. Боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы все сошло хорошо, чтобы я имела успех. Боженька, сделай так, чтобы были аплодисменты, много-много аплодисментов. Ведь ты поможешь мне, Боженька. Окей. Goodbye, good morning, good evening, guten Nacht. Это все, что я знаю по-английски. Ах, это англичанин. Yes, Mr. Baby, no. Miss Mabel, я не говорить по-английски, но вы все поймете по выражению моего лица. Miss Mabel, я честный малый. И зовут меня... А, это еще в этом, да? Дырочка. И зовут меня Тони, Тони Дюпон. Тони Дюпон. Так вы парижанин? Самый чистокровный. А вы тоже парижанка?
Еще какая? А почему же на афишах вас именуют англичанкой? Так захотела бы там директриса. По-моему, она не совсем нормальная. Если бы вы только ее знали. Я ее знаю. Нет, нет, вы даже не представляете, вы не можете ее знать. Мадам директриса, моя мать! Все ясно, до свидания. Нет, постойте! Я хотел сказать... Что? Я люблю цирк. Я с детства люблю. Мечтаю о цирке. Цирк мне снится по ночам. Я готовлю себя к цирковой карьере. Я умею жонглировать, крутить фокусы, показывать сальто. То есть наоборот, показывать фокусы, крутить сальто. А мама хочет, чтобы я стал директором ресторана. А я не хочу быть директором. Я хочу быть артистом. Мама мне запрещает даже смотреть цирковые представления. Но сегодня она уехала в Бельгию. А давайте встретимся после представления. Ой, Тони, какой вы смешной и симпатичный. Что-то не то, да? Не то сказал? Не в этом дело. Я зависла от того, как вы трудно переходили про Бельгию. Да. Но тут вот как делать? А мама мне запрещает. Это может быть не ей говорить. Да. А мама мне запрещает даже смотреть цирковые представления. Но сегодня она уехала в Бельгию. А давайте встретимся после... Вот так, да? Да. Ой, через них, потому через что них. Когда на нее... Потому что вас не видно тогда. Мама мне запрещает даже смотреть цирковые представления. Но сегодня она уехала в Бельгию. А давайте встретимся после представления. Ну, вы смешной и симпатичный. Я очень симпатичный, так как насчет встречи? Не выйдет. Почему? Мне тоже мама запрещает. Ну ведь я же нарушил мамин запрет. Ради цирка. И ради вас. Вы и цирк понятия неразделимые. Там, где вы, там и цирк. Там, где цирк, там и вы. Цирк — волшебный мир чудес. Цирки я могу с небес снять, как в сказке узи в окна веду. Я Мэйбл звезду. Что мне звездочка? Тони мне нужна луна. Солнце небо, Тони, шар земной. Все это за мной. За счастьем по Тоню уносят мечты. О, Мэйбл. Когда они не поют. Когда мы идем, да? Нет, я имею в виду... Танцевальную музыку? Да, сможете, Самвел, вам можно запрыгивать на колено? Вот это вот все, мне это интересно. Поднимать нет, а она садиться мне может все это делать. Ну там вот, когда она прыгает первый раз. Может, да. Нормально? Себя, да. Да, все? Это может, да. Я ж не поднимаю. Я там раз, она села и все. Там каком? Самый первый? Нет, когда вот здесь... Когда я кружусь, это на танец, да? Да, вот здесь вот так вот.
Ну, то есть раз... Да, я сам... Нет, да, вот там сюда. Да, там раз, я поддержал. Точно нормально? Нормально, да. Я потом вспомнила. Просто технически непонятно, как вы это делаете. Я боюсь его, я думаю, что может и нет, тяжело. Нет, если вы с этой... Вот я отсюда и сюда закручиваюсь. Тара-тара-тара-тара-тара. Раз, и тогда просто съесть. Ну да, да, да. Без прыжка туда. Вот мы были с прыжком, получается. Не, это здесь. А это да. Где? Вот это я запрыгиваю тебе. Там отдельный счет на этот прыжок. Просто. Это я запрыгиваю, когда только начинается танец. С самого начала. Татарам, да. Татарам, да. Ты. Да, вот это ж на танец уже когда пришел. Mm. Тогда запрыгиваю. А можно, Сереж, туда этот... Концовочку бокала. На счет вы запрыгиваете, правильно? Да. На конец фразы, на первый счет. Парам, пам-пам. Да. Да, ну, давайте еще раз, чтобы на концовочку сложили. И закручивается, и садится. Ну, два поворота туда, один сюда, да, да, да. Да, она идет по мне, да, потом так, туда, да, вот так, и вот так. Да. Просто тогда через затяжку все равно надо делать. Раз, да. Два, три. Вот так, да, да. Угу. То есть там какая-то такая неувязанность. Ну, вот это, ну, не, просто ты один раз сделала, как вот так вот. Ну давайте сделаем так, как мы нормально. Я давай, мне неудобно, можно, Сереж, еще раз? Мне неудобно в этой. Да, прекрасно. Такое впечатление, что ты забыла, потом на него прыгнула. Меня а как это должно быть? А как? Мы, получается, быть... я не по музыке не вот спрашиваю. Вот мы стоим, вы покрутились. Раз, два, три и а прыгнула. А мы тогда, наверное, не успеваем делать. Чего? Там ты успеваешь, просто ты останавливаешься. Вот Сережа, там. Сделай. Потому что я не кажется... Лёг. Давай медленно. Я не закручиваю, значит, потому что я она не успеваю. Она вот раскрывается, хорошо, а потом там-там-там. Да, в чем сделать это? Послушайте меня. Вам говорите, нужно да. С красивого положения. Конечно, а как? Прыгнуть. А как? Если вы второй раз, даже если вы не закручиваетесь, то у вас есть время вот раскрыться в это положение. И подойти. И просто к нему подбежать. Наверное, через поворот. Наверное, через поворот. Она говорит, что не делает. Я не успеваю. Я не успеваю. Ну, давай еще раз. Подожди, посмотри. А, Сереж, поиграйте. Один поворот. Открылась, шагнула и прыгнула. Прыжка прямо. Можно просто подойти, шажок, и встала, а то прыгнула. Хорошо, подойди. Вот, только не прыгай. Скажите, прыгнула, вот так и будет. Нет. Я что хочу, чтобы ты вот это раскрыла. Да, согласна. Потому что, ну, ты кружишься, о, ё-моё. Забыла реквизит. Спокойно, поймай. Ну, вот с такого положения. Хорошо, да. Ну, давай еще раз туда. Вот прыжок и сел.
села. Да, вот сейчас села. Вот прыжок и села. Как вы же успеваете просто? Через прыжок. У вас же проблема в том, что вы думаете, что надо прыгнуть, поэтому... Да, я думаю о прыжке. Не думай, давай, по мне пройдись. По мне. Ну и что? Котенок мой родной. Мой родной. Наверное. Я не успела. О, вот и на таких подфуртах. Прыжок, вот как-то, вот она прыжок, там получит та-та-та. Котенок мой родной. Нет, так та-та-та-та, она уже сидит. Тут прыгни, маленький прыжок. Та-та-та-та, та-та-там, та-та-там, трам-там, та-та-там. Нет, нет. Ты не туда пошел. На татам, на первое нам нужно запрыгнуть. Парам-пам, пам-пам-пам, парам-пам, пам-пам, пам-пам, да. Ну, успеваю я все. Открыться. Открою, откроемся. Откроемся. Все сделал красиво. И туда вот так на него, с этой ноги. Может быть, открылась? Так, ты закрутилась по мне, да? Прошла туда, я тебе руку даю. Вот сейчас, стоп, сейчас, с какой вот ноги ты к нему идешь? Пам-пам. Нет, вот я открылась. Ты вот прям прыгнуть это так хочешь. Вот так издалека-то вышел. А что сделать? Не, ну так оно прыгнуть. Да. Рам-пам. Так и было. Ну давайте так, мне все равно. Мне просто в какой момент не говорить. Можно, только запрыгивать просто стало. Я что стану вот так, что ты будешь прыгать. Нет, тебе надо только... Я как ты на него запрыгнешь, если ты вот так на него прыгаешь? Ну да, вот этим коленом в колено. Тогда ты должна, ну, с этой ноги, наверное, с правой пойти. Вот, да, вот, смотри, вот ты стоишь. Котенок мой родной. Да, 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 вот так должно быть. С этой ноги, да. Да. Да, 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 ты должна вот этой крой. С правой ноги. Ну и так, хорошо. Туда. Поэтому у нас репетиция странно расписана. Где я стою? Подожди. Вы вдвоем идете, вы сюда. Заканчивается, да. Тебе весело, Марина? Мне весело. И немного страшно. Страшно? Страшно? Почему? Ведь я же с тобой. Весь, весь, весь. Вы от него убегали, насколько я помню. То есть, как бы, мне весело. Тебе весело, Марина? Мне весело. Что, ты уже? Немного страшно. Страшно? Почему? Ведь я же с тобой. Ну, короче, как-то так. Ну, может, я сейчас неправильно показала, неудачно показала. Вы спускались. То есть вы спускались и хорошо уходили. Вы так безнадежно весело. Да, это я, извините. Тебе весело, Мария? Мне весело. Немного страшно. Страшно? Почему? Ведь я же с тобой. Зачем меня сюда пришли? Это же наш цирк. Если вы не придалбываться, вы придалбываться. Ну, короче, я что не попридалбываться? Вы, короче говоря, вы смотрите, вы же на него не в обиде. На него. Нет. Поэтому получается, когда вы спрашиваете, тебе весело, он видит, что что-то не так, да? Тебе он... весело? Мне весело. Нет. Немного страшно. Вы ему скажите, мне весело. Он буквально с жестом, я бы ему сказала, мне весело. Так я там это еще говорю. Да. Вот, а вы говорите, мне весело. И вы как будто бы его говорите, я неплохой. Ну, не так, не сожжёшься. Да, вот что-то в этом есть очень обидное для него. И этого не надо делать. Она мне сказала, мне весело. Скажи, спасибо, что ты такой заботливый по тексту. Немного страшно. Страшно почему? Ведь я же с тобой. Вот это вот уже серьезный разговор, который бы я не хотела сейчас начинать. Но раз уже ты спрашиваешь, то я его начну. Извините. Тебе весело, Мари? Мне весело. И немного страшно. Страшно? Почему? Ведь я уже с тобой. Зачем они сюда пришли? А куда мне деть руки? Ну, психуй, ну зачем они сюда пришли? Зачем они сюда пришли? Это же наш цирк. Почему они не веселятся? Почему они не веселятся у себя дома? Да это все прекрасные, милые люди. А барон просто симпатяга. Вот когда мы поженимся, мы будем устраивать приемы. Никаких приемов. Почему? У
мы разве поженимся? А кто в этом сомневается? Иди, иди. Я. Ты? Почему? Во-первых, я от вас еще не слышала предложения. Сейчас вы его услышите. Уважаемая Мари Маркер, предлагаю вам свою руку, сердце и все остальное в бесконтрольное, бессрочное пользование. Согласны? Я подумаю. Да чего тут думать? Бери меня, не задумывайся, хороший малый. Этого мало. А что же еще? Я хочу услышать от вас слова любви. Ах, слова, это только слова. Они не способны выразить всю глубину моего чувства. Давай, я лучше тебя поцелую. После шторма, что я говорю дальше? Я не знаю. Кто-нибудь такой горячий? Кто-нибудь такой горячий? Вы можете меня забрызгать, подожди. Вы можете меня обжечь? Можете меня обжечь. Учтите, что это был мой последний холостяцкий поцелуй. И я обязуюсь сохранить его до нашей золотой свадьбы. А что скажет ваша мама, когда узнает, что мы поженились? Мама. Мама. Мама! Мама перемёт всю посуду. Мама, случай тяжелый. Ничего, я тоже умею бить посуду. И я тоже случай. Нелёгкий. Что ты туда подбегал? Ух ты, мам. Очень быстро. Пам-пам-пам-трам-парарам. И я тоже случай. Мне руку. Нелёгкий. Вот так, да. Трам-трам-парарам. Thank you.
принципе нужны. Не, ну, ну они же сколько уже. Да, не, вспомнили, просто что, ну как бы, не, все вспомнили нормально. Конечно, да, почистить чуть-чуть. Просто бы почистить. Там где-то ну, такие моменты. Не, ну, чистим, чистить или не чистить? Чистить. Чистить. Чистить, конечно. Чистим? Чистим. Прямо сейчас? Ну, смотрите, да я, нет, я бы начала сейчас это чистить, ну, давайте а, потом, сейчас. А потом уже, а потом что-то... Не, ну так все, это просто скайпом мы немножко там начали с ней это самое. Делайте лучше каждый день, бо загоняете, он заболеет и капец будет. Нет, ну, смотрите, пока баттерфляй у нас, это, мы можем чуть-чуть поработать, а потом уже, как говорится, и не трогать вас. Но у нас, правда, оркестровая... У него нагрузку ж сильную нельзя. Какого числа? 19? 19 у нас оркестровая. А 20? Да, 20-го спектакля. Поэтому... Так у нас 18-19 спектакль. Какой? 17-18. 17-18, 19-го большой вальс. А. Вообще, если бы сейчас неизвестно, могут перенести баттерфляй, если будет так все. Ой. То есть могут ее перенести, но ну, все баттерфляй. А. Не, ну скорее, я не знаю еще. Это я просто сейчас слышала, разговор был у меня там. Это. Значит, мистер Иксон откроет сезон? Да нет, большой вальс. Большой вальс. Не мистер Икс, а мистер Икс. Этим танцем из мистер Икс. Но билеты как продают? Через ряд или как они там собираются? Через ряд, через место. Да? Через место. Ну, все сядут в портере. Ну, давайте так, сегодня действительно вы вспомнили. Сейчас у нас придет вторая группа наших товарищей. А третий там начнем? Как это сказать? А какой третий там? А, Марианский. Да, вот сейчас как раз придет Саша Сергеев. Мы можем Марианский. Можем пройти, да. Да, да, давайте, потому что там вот уже... Давай, давай сейчас перерывчик, 10 хорошо. Минут. Хорошо. В конце Марианского да. наше трио. Спасибо, Игорь. Да, да. Я хотел спросить, когда ты хочешь остудить сильно вино, куда ты его положишь? Ну, естественно, в холодильник. Ну, куда именно в холодильник? Ну, если прям срочно, да. Ну, в морозилку. А. Ну, на несколько, а еще. Ну, а можно ложить на, в морозилку вино? Ну, я думаю, на какой-то... Я на... положил вино в морозилку. Ну и? На ночь. А, на ночь. И что случится? И... Не, ну, лед будет. Не лед будет, а вырвало крышку. Да ты что? Да. Конечно, вырвет. Потому что расширили. Я думал, что при нагревании. А что физика? Да? А я же думал, что при нагревании. При кипячении увеличивается. Нет, вода. Лед же тоже он распирает. Ну, короче, я достаю, а бутылка какая-то горлышко кривое, не пойму, что. Оно, я думал, треснуло, оно вырвало пробку и немножко так накосилось. Ну, вроде как стекло не разбилось. А прямо такое начало трескаться. Прям... Вино не вылилось? Ну, не, не вылилось. Ну, это самое главное. Оно замерзшее было. Оно из-за того, что как бы замерзло. Градус спирта мало, градус. Ну да, разберло.